Всем-всем привет! Добро пожаловать на мой канал Нафиса Уфа. Сегодняшняя моя тема будет уход за кожей. Как я и обещала многим девчонкам, это у меня будет как бы и пожелание моих подписчиков, и запрос, как я ухаживаю за своей кожей. Кожа у меня местами сухая и местами нормальная, комбинированная кожа. Сухая кожа у меня... Вот эти вот места. Здесь у меня нормальная кожа. Здесь у меня иногда бывает кожа жирная. Что происходит с моей кожей? В какой-то период у меня тоже бывают проблемы с кожей лица. Какие-то могут быть небольшие высыпания. И буду показывать, какими средствами я борюсь против этих, как бы сказать, мелких прыщиков. Угрей у меня никогда на лице не было. Я думаю, что у меня от мамы склонность более к чистой коже. Поэтому буду рассказывать, какие у меня, от каких компаний, что мне помогает, как я ощущаю свое лицо, с чего я начинаю. К примеру, давайте возьмем сегодняшний день. Я сегодня, как всегда, опять пришла с ночной смены. Работаем мы без выходных, поэтому у меня будет вот такой пока обзор, мои девчоночки. И я уже в субботу и в воскресенье иду на работу в день. Так что давайте вот, к примеру, я пришла сегодня с работы, как я буду снимать макияж. Особенно макияж с глаз, так как у меня там и тушь, и гелевый карандаш Mark от компании Avon. И начну я очищение лица, глаз, век. Вот такого средства от Yves Rocher. Это у нас для снятия макияжа с век, с глаз, с васильком объемом 125 миллилитров. Нравится мне очень вот этот вот продукт. Хорошо убирает макияж с век и с глаз. И с таким приятным ароматом. Также подходит к чувствительным глазам. Приятный такой, ненавязчивый, неприторный, неярко выраженный аромат подходит к моим чувствительным глазам. У меня глаза после лазерной коррекции, поэтому они очень, скажу я вам, чувствительные. Я в детстве одевала очки, очень даже был большой минус у меня. На зрение, в зрение, это называется у нас близорукость. Также еще, если вам интересно, мы можем поболтать про лазерную коррекцию. Будет 13 лет, как мне сделали лазерную коррекцию. Поэтому, если вам актуальна такая тема, то расскажу, как это было, какие ощущения были и как у меня теперь вообще, какое зрение. И еще хочу еще раз извиниться. В инфобоксе я часто пишу, что у меня качество и звук плохой, но мне все равно все время пишут ужасный звук, ужасные там качества. Поэтому, девчоночки, обращайте внимание в инфобокс. 100 раз тоже неохота это повторять. И еще насчет того, что я смотрю не туда, потому что это все-таки обычный мобильный телефон, и как будут смотреть, я не знаю. Все-таки охота, когда что-то показываю, посмотреть, как я показываю, и все-таки как я выгляжу сама. Поэтому извиняюсь, мои девчоночки. Болтологическое начало получилось у меня, но это все-таки как бы обзор для моих дорогих моих девчоночек, поэтому для моих хороших, кто меня любит. Поэтому и относится ко мне с терпением. Так что я рекомендую вот такое средство от Yves Rocher. Конечно, оно не бюджетное. Я заказывала
по цене 2 по цене 1, вот тогда получается очень даже выгодные. Поэтому к моим чувствительным глазам они очень-очень подходят. Мне нравится. Первоначально, получается, я сняла макияж с век с глаз, но все-таки еще остаются остатки макияжа. Как бы сказать, небольшая получается панда, маленькая такая, небольшая, огромная, ну, небольшая такая. И далее, как я делаю весь этот процесс. Дальше мне помогает вот такой вот тоник от Вилента. Тоник для лица очищающий гиалуроновой кислотой, очищает, увлажняет и успокаивает. Не оставляет чувства стянутости. Профессиональный уход и для всех типов кожи. Но главное, увлажняет. Поэтому, еще раз повторяюсь, вот здесь вот эта зона, это для меня проблема. И зимой очень сухая, и у меня очень такая кожа. И как я с этим борюсь и справляюсь. Так что вот такой тоник, это мне отправляла Ксюшка Станкевич в посылочке. Поэтому огромное ей спасибо, что я пользуюсь таким продуктом, средством. Далее, пока у нас будет речь, как я сказала, о том, как я вообще снимаю макияж, поэтому вот так вот. И далее, вот такое вот средство, нравится это от Faberlic Platinum, также не бюджетная серия, я его покупала как-то по очень хорошей акции. Скидка была большая на него по карточкам «Твой бонус». Приятный такой нежный аромат. Это молочко обалденное, нежное. Оно не для снятия макияжа. Это просто такой, знаете, эффект увлажнения от морщин. Освежает. Можно ватным диском по лицу проходить мягко. А я часто себе делаю массаж лица. Я думаю, что если это все-таки делать в молодости, уход какой-то массаж, думаю, что к 50 годам, когда я повзрослею, мне кажется, будет какой-то эффект тем, что все-таки я ухаживала. Поэтому иногда люди ошибаются. А почему рано же не надо ухаживать за лицом? Я ухаживала, девчонки, прошу прощения, за лицом с 18 лет. Поэтому я думаю, что вот уже 20 лет, как я ухаживаю за своим лицом, и я крашусь. Поэтому все-таки, девчоночки, мое мнение, что женщина, девушка должна ухаживать за своим лицом, чтобы с возрастом оно выглядело намного лучше, чем должно быть. Обалденное! Я вообще не сожалею, что приобрела это молочко. Она, посмотрите, вот такое нежное. Прям вот просто уже увлажнение такое идет, приятное. И с этим молочком можно уже не пользоваться кремом и дать лицу отдохнуть. Она не набивается в поры, не делает эффект маски. Ваша кожа превосходно дышит и остается увлажненной. Так что аромат просто потрясающий. Если будет какая-то акция, она у меня вот здесь уже вот сколько использована, то присмотритесь и заказывайте. Хорошая именно вещь. И я думаю, что эта серия не только вот крема, да, может, для взрослых, но это можно даже, мне кажется, для более такой молодой девушки тоже применять для очищения, увлажнения и для ухода за кожей. Классная вещь, поэтому присмотритесь. Далее у меня уход идет. Я
стараюсь ухаживать за кожей вокруг глаз. Если вы видите, то у меня, как бы сказать, свисающее веко получается, да? Да. И есть темные круги под глазами. Все-таки я стараюсь ухаживать за ним. И у меня уже вот такой вот третий тюбик от Platinum. Конечно, это не бюджетная, люксовая, дорогая получается, как бы сказать. Поэтому, конечно, многие, конечно, не будут заказывать такой крем, потому что смотря на цену. Здесь такой удобный флакончик. Так вот выходит. Я уж, чтобы показать вам, все покажу. Кстати, здесь можно и открывать мне. Немножечко пользуюсь я им ежедневно. Я могу не наносить на лицо крем, отдыхать. Я часто даю своему лицу отдыхать от крема, особенно летний период. Я просто мою лицо и очищаю тоником и ложусь так спать. Но вокруг глаз я никогда не забываю, потому что вот этот крем, он не жирный, также не забивается в поры и не дает эффекта маски. Она быстро распределяется. И вот у этого крема нету запаха. Даже я скажу, какой-то неприятный, неприятность какая-то вот чувствуется. Вот, а молочко просто обалденное. Мне вот именно этот крем нравится. Также у меня моя коллега, подружка моя заказывает крем для век. Тоже понравилось ей. Также я этот крем наношу вот на эти места, потому что здесь морщинки. У меня именно вот здесь есть морщинки. Я, как говорила, у меня зрение было минус плохое, и все время вот так приходилось прищуривать как глаза, так как я была молодая, 14, девчонкой 16. Если вы помните, в наше время всегда обзывались очкарик, как всегда, да? Это сейчас, слава богу, это хорошо, что не обращают на такое внимание, но раньше было очкарик. Поэтому не носила я, хотя я жалею, что обращала на это внимание. И когда вот уже вот так делаешь, и вот здесь вот так появляются морщинки. И вот этот крем мне понравилось вот на эти мимические вот такие вот морщинки. Поэтому не только для век. И дает, или мне это кажется, дает немножко эффект осветления, поэтому тоже присмотритесь. Далее еще хочу вам показать. Я показывала вам фикс прайс, да или нет, решать за вами. Это у нас тоник спрей 5 в одном. Здесь также у нас есть эффект увлажнения. Также советую попробовать поставить его в холодильник и в жару опрыскивать лицом таким прохладненьким спреем. Мне очень нравится, приятный аромат. Перед какими-то процедурами увлажнить лицо очень нравится. Также к моим чувствительным глазам таких нехороших реакций никаких не было, потому что все-таки, когда вот так брызгаешь, она может попасть и в глаза, поэтому все нормально, все окей. За 50 рублей просто классная вещь. Находка хорошая. Я рада, что купила, так как лицо мое от этого средства не испортилось. Далее хочу вам показать новиночки, которые мне отправляла Оксана Александрова. Это было от Mary Kay. Это вот такие средства. Также вот. И буду о каждом рассказывать последовательно. Первое это у меня 3 в 1 очищающее средство. Имеет такие частицы, полирующие, чадящие, которые не вредят коже лица.
даже можно использовать летом. Я знаю, что летом, конечно же, не рекомендуется использовать скрабы, пилинги для лица, потому что под солнцем все-таки кожа ослабевает и можно просто разрушить свою кожу. Поэтому не рекомендуется. Но вот это вот средство мне очень даже понравилось. Как-то я неделю, даже больше недели пользовалась именно вот этим вот средством. Они у меня уже, видите, использованы очень даже хорошо. Вот такие вот, такие скрабирующие там частицы. Их очень мало. Аромат средний, такой приятный, даже как-то напоминает вот это вот средство. Как бы сказать, и есть аромат, но его и нету. Вот я описываю так свои ощущения. Вот такой белый. И эту процедуру я уже провожу вот таким вот аппаратом от Mary Kay. Это лицо я ощущаю. Классно, обалденно. Я даже мужу дала попробовать. Он думал сначала, ну зачем, толк-то от него. А потом почувствовал, что это потрясно, знаете, классно вообще. До этого у меня вот есть фикс-прайсовский вот такой уже у него вид, потому что я им пользовалась. Ну а теперь я пользуюсь от Mary Kay. Тоже вот такой вот аппарат. Маленький такой. Этот намного больше. Ну, тоже нормальненький такой. Обороты, конечно, меньше, чем у Mary Kay. Поэтому, если у вас в фикс-прайсах будет такой аппарат, зачем мучиться с этим AliExpress, как я вам уже говорила. Не люблю я этот AliExpress, то что присмотритесь. Но у нас, именно в наших фикс-прайсах, в Уфе я уже давно не встречала эти аппараты для очищения лица. Далее от Mary Kay. Следующий у меня уже идет именно сам скраб. Сам скраб. Пользовалась им я именно прохладные дни, потому что у нас в Уфе не всегда такая жара стояла. Такой же аромат. Это как бы у нас скраб. Тоже щадящий пилинг. Очень понравилось. У меня коробки и бумажки там наверху стоят. Я их не стала доставать. Я просто помню, что Оксана тоже знает, что у меня более склонная такая сухая кожа. Эти средства, они именно предназначены для сухой и нормальной кожи. И поэтому, девчонки, вот именно для сухой и нормальной кожи просто отлично подходит. Здесь такая мелкая, как сода. Если вам видно. Тоже классный эффект. Также я пользуюсь второй этап тоже этим аппаратом, щеточкой. Такие процедуры я делаю 2 раза в неделю, но не часто. Я же говорю, вот я стараюсь ухаживать тониками, лосьонами, вот такими вот. Часто, ежедневно, но крема и такие грубые скрабы у меня 2 раза в неделю. Далее мне очень понравилась, если вы видите использование, вот такая вот маска. Маска белая, похожа на глиняную, дает такой моментом охлаждающий эффект. И в какое-то время эффект, такое ощущение, что лицо горит. Я сначала испугалась, но, к счастью, оно мне подошло, идеально понравилось. Мне кажется, это не дело в том, что кому-то какой-то эффект, а именно маска дает такой эффект. Мне очень понравилась вообще вся серия Mary Kay. Спасибо блогеру Оксане Александровой, которая дала мне возможность пользоваться, потому что я вблизи своих знакомых не знаю, кто занимается этим Mary Kay. По интернету я вообще не люблю заказывать, поэтому как бы ей не доверяю. Поэтому спасибо ей, что она дала возможность. Также еще один продукт, средство от Mary Kay,
это сыворотка. Обалденная сыворотка. Также не забивается в поры и не оставляет эффект маски. Я не люблю жирные крема. У меня есть от Yves Rocher крема, которыми я пользуюсь только когда я окрашиваю волосы, чтобы у меня кожа не окрасилась в краску, потому что я жирные крема не люблю. У меня сразу лицо начинает не дышать. Поэтому вот этот скраб такой, ой, прошу прощения, сыворотка, она такая легкая. Легкая, невесомая и очень такой приятный аромат. Вообще вся серия понравилась, и если вы видите, наверное, по моей коже, что эффект такого плохого никакого он мне не дает. Забыла, сходила я в ванну, принесла средство, которое я именно очищаю в ванне. Уже все смываю. Часто, еще раз повторяюсь, я люблю спать с идеально чистым лицом, прямо чтобы был скрип и ничего не было, даже следа тоника не было, ни мицеллярки. Поэтому вот такой вот у меня осталось совсем немножко на дне. Даже не знаю, вот это серия весна. Ощущение и мягкость не сушит кожу. Обалденный нежный аромат и классные средства, которые пенятся хорошо. Также не вредит моим чувствительным больным глазам. Этим средством пользуется вся моя семья и дочка. И сын, и мужу также нравится, поэтому в использовании уже очень быстро. Также это был подарок от Марины Жуковой. Поэтому огромное, Марина, спасибо, что тоже дала возможность попробовать такие средства, которые я... Может, они есть у нас в магазинах, но я прохожу мимо и не покупаю себе, поэтому... Нравится, если я увижу, то обязательно повторю, потому что она классная. Так, и вот, наверное, вы скажете, что я очень много показываю, как бы это был и запрос, потому что у меня был запрос такой, показывать свои косметические средства, там, помады и в каждой части. И получается, я вам показываю часть своих средств по уходу за кожей, которые мне именно очень понравились. Конечно же, я эти средства не могу использовать за один раз за день. Использую я неделями и месяцами. Поэтому просто хочу оставить свой отзыв. Поэтому, чтобы лицо не привыкало к каким-то средствам, особенно, да, я их как бы чередую. Мне нравится так, один день такой, один день такой, один день такой. Также повторно, не впервые, я покупаю эта пенка для умывания, увлажняющая для сухой и чувствительной кожи. Здесь у нас натураль и органик от Eco Lab. Классное средство, которое дает хорошую пену, хорошо увлажняет, очищает и также не вредит моим чувствительным глазам. Классный. Мне вообще без парабенов и силиконов нравится вся серия от Eco Lab. Да. И покупала я по очень хорошей выгодной цене. Нравится. Далее хочу вам показать. Еще у меня есть вот такой скраб. Скраб, который можно также использовать и летом. Это белорусская косметика Vitex. Совершенная кожа. Скраб полирующий. Здесь мелкие-мелкие частицы, приятный аромат и крем. Крем такой классный, сразу дает какое-то и питание, и увлажнение, и хорошо полирует, как бы сказать, скрабирует. Нравится, это моя повторная покупка. Я как-то всегда и в обзорах, и в пустых баночках рекомендовала вот именно Vitex. Вот такая вот серия, розовая совершенно кожа. Просто классная, идеальная косметика. И скажу вам, даже не очень-то и дорогая.
Далее, так, хочу вам еще раз показать две маски. У меня очень много масок, но именно есть то, что я очень-очень люблю. И из этих двух, вот такие две любимки мои. Первый у нас это вулкан Исландии. Это, наверное, моя, где-то пятая, шестая покупка. Обязательно себе еще закажу. Разогревающая маска для лица. Всего 50 мл, конечно, с вулканическими, минеральным и родниковой водой. Эта маска дает эффект тепла, согревания. Надо немножко этого средства, немножко увлажнить его под краном водой и вот такими движениями эту маску наносить на лицо на 1 минуту и сразу же это смывать. Такой классный разогревающий эффект. Именно вот после этой маски, я точно говорю, не нужен никакой крем. Лицо просто до скрипа чистое, обалденная маска. У меня вот эту маску никто никогда не заказывает. Я хотя рассказываю о том, что он классный, просто мне кажется, если кто-то попробует, ему понравится. Для моей сухой кожи просто классная маска, просто классная. Я думаю, что кто меня сегодня смотрит, многие согласятся. Просто надо его правильно использовать. И передержать на лице, конечно же, нельзя. Конечно же, я его чередую и пользуюсь не ежедневно. Далее, чередую я маску. Это у нас маска тонизирующая гармония с экстрактом семян гималайской моринги, охлаждающая маска для лица. Иногда охота, чтобы лицо горело, но и иногда охота, чтобы был охлаждающий эффект. И эта маска, да, дает охлаждающий эффект. Хороший, мятный, прям на лице такой холод держится, потому что эту маску надо держать 10 минут. Это смывается через минуту, прямо ощущается, а это надо держать 10 минут. И мне очень нравится балдеть над таким охлаждением. И такой цвет приятный, знаете, вот такой я люблю. Я пользуюсь, тоже осталось совсем немножко, нравится вообще. Далее, еще у меня немножечко. Хочу уже показать именно мои любимая серия кремов, которыми я пользуюсь уже, как я зарегистрировалась в компании Faberlic. Заказала я их по отзывам. Это вот такая вот линейка Prolixir. Вот. Так, и буду далее рассказывать. Больше я люблю ночные крема. Днем у меня почему-то, может, и не хватает времени. Может, из-за того, что я хожу накрашенная. Поэтому дневной крем, там он у меня использован. И просто я иногда часто люблю эффект, когда там есть воздух. И как будто крема такие новые, красивые стоят. Это у меня уже второй крем, который я себе заказала. Обалденные крема, если я не ошибаюсь, это серия от 35+, но мне кажется, что можно даже использовать более молодым девушкам, потому что это самые лучшие для меня крема, что я только пробовала. Увлажнение просто обалденное, именно для сухой кожи, просто супер. Особенно я люблю вот такой вот ночной крем. У него текстура такая нежная, знаете, как я люблю нежирный крем. Классная серия, я просто пользуюсь с удовольствием. Особенно в холодное время, осенью, весной, зимой, я крема, конечно, израсходую быстрее, чем летом. И также вот здесь он у меня уже полегче, такой дневной крем. Но, наверное, дневной крем я больше повторять не буду, так как не очень я люблю пользоваться днем кремами. Особенно под макияж я никогда не наношу крем. У меня сразу корректор, консилер и тональный крем. Поэтому так.
Далее тоже нравится мне вот такой активный крем для век. Текстура такая легкая, но просто, знаете, я не поняла, может, он просто увлажняет этот крем не от морщин, там, не от черных кругов, темных кругов под глазами. Именно такое дает увлажнение. Тоже нравится, пользуюсь с удовольствием. Далее, то, что мне понравилось добавлять, особенно в ночной крем, вот я его перепутала там, как бы болтала, мне там осталось немножко, это у нас сыворотка защита молодости. Цена, конечно, тоже 500, в районе 500 с чем-то, я покупала по скидке, у меня осталась половинка. С кремом вообще офигенно это все это действует, мне нравится. Текстура такая, как у жидкого лосьона, у молочка. Аромат у этой серии классный. И вообще вся серия мне нравится. Хочу как-нибудь попробовать такую маску тканевую. И, если я не ошибаюсь, называется патч. Хочу попробовать обязательно. Я уж сегодня все показывать не буду. У меня очень много средств, у меня есть тканевые маски. Конечно, тканевые маски у меня большинство это посылки приходили, подарки. Люблю, но не очень-то. Я люблю вот именно вот такие вот маски. Мне нравится это наносить, сидеть. И наношу я их вот такой вот кистью. Такая она более такая силиконовая. Нравится. Покупала я. Не фикс прайсе. Далее, еще бывают проблемы, бывают и у меня проблемы с высыпаниями. Это больше, конечно, больше в большом количестве, это мелкие прыщики. Вот, в общем, когда эта проблема настает, я много раз вам говорила, это мой сос, очищающий тоник для лица «Огурец и чайное дерево» Avon Naturals для лица. За те года, что уже четвертый год, я в Эйвоне, я не знаю даже, сколько раз я заказывала этот тоник. Раз 15, наверное, раз я точно заказывала. И всегда держу в запасиках такой тоник. Пользуюсь я им очень редко. Это может быть один раз в месяц, когда у меня возникает проблема. Я сразу, когда всю процедуру провожу, ощущаю лицо до скрипа, прохожу им ватным диском и не смываю лицо. Оставляю все это. И на следующий день красного пятнышка, который может превратиться в прыщ страшный или угри, то исчезает лицо, освежается, осветляется. Классная, поэтому это бюджетная находка моя, любимая. И рекомендую, девчонки, приобретайте, у кого проблемы с лицом. Это вообще классная вещь. Она сушит, поэтому и воспаление, дальше уже процесс останавливается. Именно на моем лице. Далее еще вот такая вот у меня вот находка также, которым я пользуюсь очень редко, это от чистой линии, идеальная кожа, крем-актив против прыщей. Быстро нейтрализует воспаление, предотвращает появление прыщей и следов от них. Цинк и чайное дерево. У него такая легкая, невесомая текстура, которая не забивается в поры и не делает эффект маски. Когда у меня проблемы, я не наношу его на все лицо, я именно наношу на проблемный участок кожи. Вот такие у меня мои помощники, средства от Avon, Faberlic, Yves Rocher, Чистая линия, другие у меня компании, Mary Kay. И в конце еще хочу вам вот сказать про такое средство Enyo. Это у нас омолаживающая сыворотка для лица, максимальная молодость. Для лица она мне 100% не подошло. Оно для меня жирное. Вот, к примеру, есть вот такие вот сыворотки, возьму я, да? Это все три сыворотки от Mary Kay, которые не забиваются в поры, не оставляют эффект маски. Чудесные средства
пролексир нежный такой, но это почему-то для меня как будто оно жирное, оно делает эффект маски, оставляет за собой липкость, прямо липкость, поэтому на лицо я его никогда больше не наношу. Сначала я думала, это просто не такая, знаете, цена не бюджетная, скажу я вам, Энью крема, сейчас вообще подорожали. Поэтому думала, вот что же делать, кому дарить. Сестра у меня вообще не пользуется кремами, хотя я ей говорю, но у нее просто тоже чувствительные глаза, она боится. В общем, нашла я решение, если у вас на губах трещины, сухость, обезвоживание, появляются какие-то корочки, то я наношу на губы и также беру место вот здесь, вот вокруг губ, и увлажняю этим средством свои губы. Последнее время я не жалуюсь на свои губы, а бывает в зимнее особенно время, когда очень холодно, и еще скажу, когда кушаете семечки, можно испортить свои губки. Так что, если у вас стоит на столе такое средство, мои дорогие, то обязательно попробуйте их наносить на губы, конечно же, не один раз. Это не надо постоянно, ну как постоянно? Когда у вас проблемы, мне, например, один раз, два раза как бы намазать, и все это помогает. Но именно ради губ, конечно, я его заказывать вам не советую. Просто для меня оказалась бесполезная вещь. У меня еще очень много средств, которые у меня закрыты, которые я даже не пользовалась, не знаю, как это, что это. Поэтому я именно рассказала сегодня вам, мои хорошие, именно свой отзыв тем, которым я пользовалась и который мне помогает ухаживать за моим лицом. Я считаю, я не хвастаюсь, конечно, я просто считаю, что мое лицо выглядит даже очень неплохо. У меня нету таких, как сказать, акне, черных пятен, точек, в общем, черных точек, пигментных пятен на лице, хотя у меня вот на руках появляются пигментные пятна, но надо за руками больше начинать ухаживать, тоже не жалеть, покупать осветляющие, скрабировать, и думаю, надо начинать это все делать. Все-таки возраст идет, мне в октябре месяце будет 38 лет. Жалко, конечно, что, наверное, вы меня опять будете плохо слышать. Микрофона нету. Кстати, еще хочу вас спросить, девчонки, на камеру у меня пока денег нету, но вот на телефон можно ли соединить? У нас вот в магазинах продаются микрофоны для камер. Нельзя ли его соединить на телефон? Попробовать сюда вот одеть, и будет слышно. А снимать, конечно, я же буду пока на телефон, потому что хоть я буду экономить на фикс-прайсе, но на камеру хорошую 35-45 тысяч я точно не накоплю. Потому что, как вы знаете, наверное, все-таки большинство людей живут, и есть и кредиты. В общем, вот так вот. У меня сегодня запрос так получился, такой, более такой болтологический. Я знаю, что многие любят, когда я болтаю. Понравилось мне снимать, вот так показывая себя именно. Люблю, когда я... Ну, человек искренне что-то говорит, поэтому надеюсь, вам понравилось. Ну, конечно же, еще раз повторюсь, этот обзор именно для моих подписчиков, моих любимых, и кто просил, кому было это интересно. Надеюсь, вы посмотрите и прислушайтесь к моим отзывам. Так что, наверное, все, я округляюсь. Подписывайтесь на мой канал, я буду очень рада. Я с каждым днем, когда вижу, что у меня увеличиваются подписчики, я просто, знаете, вне себя от радости. И 19 сентября будет моему каналу 1 год ровно, как я начала. Это были покупки и заказ Ив Роше. Поэтому у меня будет конкурс
Очень хороший конкурс, я обещаю вам, девчоночки. И подумываю сделать двух победителей. Посмотрим. В общем, но подарки будут очень даже неплохие. Так что подписывайтесь и вот здесь в углу не забывайте нажать на колокольчик. И всем до новых встреч. Буду придумывать новые обзоры, новые темы. Влоги хочу поснимать. И надеюсь, скоро будет еще и кулинарный влог. Хотя, знаете, я не такая кулинарная хозяйка. Ну, наверное, все. Надеюсь, вам понравилось. Я вас всех люблю. Всем до новых встреч. И всем пока, мои хорошие.